25 января 2023 года. Смотрите, как у нас заботятся. Чистые вещи выложили. Мы с Алексом на почту. Разворачивайся, давай. Там мелкий камень такой. Угу. Спасибо. Да, мы знаем. Бабушка переживает, что по мелкому камешку по гравию ездить неудобно. Заметно стало тише в городе, в центре особенно. Я думаю, что скоро опять все выйдут, ну, по крайней мере, на работу в очный режим. Детские сады, школы, понятно, все так же будут работать, и высшеучебные заведения, а все остальное так. Сегодня я не добралась до нашего фонда социальной защиты, точнее управления, потому что никак не могла уложить Алекс. Опять вот он проснулся рано, вчера пока сходили по делам. Я немножко прилегла, я часик подремала, а он даже не дремал. И в итоге 2 часа ночи, и он опять не засыпал. То есть даже ранний подъем ничего не исправил. И сегодня я уже не могла встать, потому что это нереально. Нереально подняться раньше. Школа сияет новыми окошками. Идем дальше. Хочу показать, вот как приходят посылки. Ну, ручку эту я сама вот примотала, да, чтобы мне сейчас удобнее было нести. Смотрите, их реально вот расковыривают, да, вот это сверху уже скотчем они сами заклеили. Проверяли, что там внутри лежит. То есть даже то, что написано, что посылка с описью, их не пугает. Спасибо большое. Девушке, которая прислала Алексу предметы личной гигиены, которые нам очень-очень необходимы. Бежим домой. Алекс просит хлеба. Сейчас зайдем, купим. Кто-то спрашивал про стедикам. Я еще раз прошу прощения. Алекс, уедь, пожалуйста, с дороги. Уедь с дороги. Я хромаю. Вот. Поэтому изображение очень сильно трясет. И даже если буду очень медленно идти, то я все равно буду хромать. Из-за того, что такая особенность соединительной ткани. Вот, меня очень сильно перекосило таз, особенно после родов. Я еще Алекс долго носила на руках до 3 лет. Вот, и у меня давно уже одна нога, короче, другой. Поэтому прошу прощения за изображение. Стедикам у меня пока не состоит в списке необходимых покупок. Страшный ребенок. Надо шлем покупать. У меня сегодня царский ужин. У меня тут кабачковая икра. Мандаринушки. Новогодние семечки называем их. Так, это у меня тут остатки фисташечка. Да что, ну так и пишется ёжик? Ёжик, да. Ёжик, так и пишется. Ёжик. Трудности русского языка. А ты как написал? Ёжик. Да. Ёжик. Ёжик. А зачем схему зачеркнул? Схема-то правильная? Схема правильная. А, ну, все равно переписать-то можно. Ну, конечно, а здесь нужно было скобочки поставить, как будто это транскрипция. На. Ё. Ёзик. Ёзик.
Что это у тебя, Алекс? Звездочки такие. Звездочки на небе. Единственная польза от хрустальных люстр. И радуга встречается. Да. Ай, какая красота. А почему радуга? Да потому что она похожа просто три цвета.